Мерси, благодарю тебе, спасибо, что ты есть. Итак, очередной бред от нашего карлика, пожалуйста. Па-па-па-па. Так, Марина Роща, видите здесь. Ух, какие. Всем привет! Сегодня мы с вами опять находимся около авиапарка. И мы пришли сюда, чтобы задать вопрос и разобраться, кто может рисовать подобные рисунки, сколько ему лет и что это вообще за человек. Да. Желаю вам приятного просмотра. Здравствуйте! Как вы думаете, сколько лет человеку, который рисовал вот этот рисунок? Человек явно умеет владеть. Это мне, ребята, 3D принтер подарили. Ням-ням-ням. Это не я подарила. Ням-ням. Это мне подарили. Вот этот рисунок. Комиссарова рот закрыла. Я сам затрудняюсь ответить. Может быть, вы скажете. Как будто бы пытались нарисовать схему, но не очень получилось. Ну, допустим, набор каких-то случайных фигур. 7 лет, 8 да, лет, да. То же самое. Спасибо. А вот здесь что нарисовано и сколько лет человек, который это рисовал? Ощущение, что пытались изобразить пейзаж, но... Не знаю, есть ощущение, что... Ну, кого ты спрашиваешь? Я вот всегда поражаюсь вот этому лысому. Надо спрашивать необычных людей, которые ходят по улицам. Эти вещи, которые я показываю, это знают только единицы. Не потому, что они знают меня, а потому, что они понимают, о чем я говорю, понимаешь? Рот закрой. Либо у человека есть какое-то расстройство. Расстройство чего? Расстройство либо восприятия, либо... Да. Я вам сейчас покажу лицо человека, который это нарисовал. Можете сказать о нем пару слов буквально. Что за фотка, блядь? Кто это? Сколько можно ждать операцию в КС-ке? А ждать не нужно. Операция Jungle Blade на Epic Drop — это лучшее, что могло с тобой произойти. Почему? Да потому что операция стоит 600 рублей, но для тебя по специальной ссылочке снизу она бесплатная. Экономия на ровном месте. Да потому что первые квесты операции — это подписка на соцсети, открытие бесплатного кейса и прочая легчайшая хрень. Да потому что уже за 15-й квест ты получишь случайное тайное АВП, за 30-й и 45-й перчатки, а за 60-й последний квест операции ты получишь гарантированный бесплатный нож. Операция продлится всю весну. Прогресс квестов сохраняется. Выполнять задания можно хоть каждый день, поэтому советую начать тебе прямо сейчас. Ссылочка находится снизу. Ну, я думаю, что он мой ровесник примерно. Да, довольно приятный молодой человек. А вот на этой фотографии... А что это за социальный эксперимент? Можно вопрос? Я вам потом все расскажу. Ну, обычный человек. На самом деле ничего такого я не вижу. Здравствуйте. Как вы думаете, сколько лет человеку, вообще что это за человек, который рисовал вот этот рисунок? Ну, мне кажется, это какой-то ребенок. И ему... Аня, иди сюда. 25. Ага, хорошо. А что изображено на этом рисунке и что за человек, который его рисовал? Похоже на урок информатики. Мне кажется, это какая-то схема, либо алгоритм, либо схема чего-то там. Ага. А сколько лет человек, который это нарисовал? Мне кажется, взрослый. Мне кажется, лет 17. Мне кажется, 30. А вот что изображено на этом рисунке? Ну, это же те же самые вопросы. Нынешние бабы не бы не бы. Схема. Вообще ничего не соображаю. Вот все эти рисунки, которые я вам показывал, это нарисовал человек. Что вы можете сказать на этот счет? Прикольно. Ну, классно. И не сказать, что он особо... Ну, ему точно не 17 и не 30. Мне кажется, где-то 22-25, мне кажется, ему. А что вы вообще можете о нем сказать, судя по тем рисункам, которые он нарисовал? Он гений. Он довольно абстрактный и хорошо рисует на компьютере. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как вы думаете, сколько лет человеку, который нарисовал такой рисунок? Лет 20. 26.
4 года. Это либо гениальный художник, либо маленький ребенок. Я думаю, от 3 до 70, примерно так. 5. 10. 7. 20. А что нарисовано? Автобус. Микроавтобус. Грузовик. Так, возможно, это макет какой-нибудь новой маршрутки или электрокара. Скорее всего, это Лебедев рисовал, да, наверное? Кто-то из этих ребят. Либо это ведро. Что, это вообще может быть все что угодно, на самом деле. Это дом на колесах. Просто пирамидка какая-то. Рим... На, смотри, тут есть подсказка. Стримбус. Бус – это автобус, правильно? Рим – город городов. Значит, это величайший, новейший автобус. Вот, и тут должно быть написано – это автобус. Грузовик какой-то. Машина. Машинка. А что нарисовано здесь и сколько лет человеку, который это нарисовал? Просто рандомные фигуры. Рандомные. Нарисовал какой-нибудь 30-летний учитель. Да. Чертежи, допустим, черчения. Мне кажется, человеку лет 20. Это, наверное, какая-то работа. Ага. Это, наверное, карта входа в метро, но да, с 30-го года, когда еще 1000 станций построят. 21083. 21.0. Интересно, как ты думаешь, что это может быть? Так. Смотри, вот это 100% знаки, какие-то обозначения. Вот движение какое-то куда-то. Стрелочка это обозначает движение. 100%. Зеленая, красная стрелочка. Два вида стрелочек. Вот это что такое? Это какая-то ремарочка, значит, да? Это кресло, скорее всего, правильно? Я думаю, что это, я все понял, это студия для звукозаписи. 100%. Это вот главный монитор. А вот это вот... Звездочки. Так, две звезды. Что такое две звезды? Одна звезда капитан, да? Это они еще гранату не видели. Это, по-моему, старший капитан, значит. Ох, это что-то вы замудрили. Точно это безопасно? А сколько лет человек, который это рисовал? Это безопасно, да. Гранату. Ну, линии четкие. Значит, тремора нет. Значит, до 80 точно. Паркинсона тоже не присутствует здесь. Но присутствует какое-то явно психологическое отклонение небольшое. Поэтому я думаю, что это... Какой-то рокер где-то в 26,5 лет, прямо перед смертью, перед тем, как уйти в мир иной, в Вальгаллу, нарисовал вот эту вот чертовщину, собственно, звездочки. А, три звезды, ты смотри, пиктограмма. Это цепочка в этой физике. Все подряд, короче. А сколько лет? Я не знаю, 52 года. 54. Ну, лет 16. А что нарисовано здесь и сколько лет человек, который это нарисовал? Думаю, что здесь то же самое, что и на прошлой картинке. Лет 7. Ребенок 7 лет. Понятно. Хаотичные рисунки просто. Хейтеры, так, пирамиды. Блядь. Три пирамидки, да? Возможно, это солнечные лучи, которые отражаются. Вот, желтые, вот, да? Вот ага. Этот шарик. Я думаю, что... Вот нет, здесь это несложно. Более такие размашистые линии какие-то. Я думаю, что вот здесь вот точно... 4,5 года. Вот здесь 4,5, да. Ребенок. Сам ты ребенок. Здесь треугольники какие-то. 54 года, тебе что-нибудь говорит вообще? Треугольники. 54. А сколько лет человек, который это рисовал? 24. Ну, не знаю, 14. Ух, какие левицы. Ух, я бы. Вот те рисунки, которые я вам показывал, их нарисовал вот этот человек. Что вы можете о нем сказать? Он, наверное, поборол какую-то болезнь, не знаю, поэтому... Извините, это вы? Не понял, что смеемся. Прикольный человек. Гениально. Это он озвучивал. Это ютубер. Как зовут? Глад Валакас. Да, это знаменитый Глад Валакас. Ох, ну лицо чуть помятое. В смысле, это пена, я немножко устал от жизни. Конечно, столько лет скрываться под маской какого-то такого неприятного, так скажем, человека. Пошел нахуй. Но в целом от него веет какой-то гармонии, какой-то вот жизненной энергии. Хоть и глаза немножко потухшие, я думаю, что в нем еще треплется где-то внутри какая-то вот все-таки вот тяга к жизни. Футболочка черная, да, неплохой, натуральная кожа, скорее всего, хороший пошив. Нормально зарабатывает, Миша. Машина тоже
По строчке видно, что строчка хорошо шита, не китайская тачка, 100%. Подстрижен, конечно, лохмато, но это, наверное, питерский чувак, вот такой немножечко а-ля улюга не гусей, в принципе. Ну, парнишка еще походит про тебя походит. Сделали топчик, немножечко закос под эмо уже, да? Люблю вот, тебя, пена, ага. Немножко в Питере пожил, полгода уже, вот реснички уже отрастил, да? Сразу видно. Единственное, щетина ему мешает, щетину надо убрать. И вообще, на 17 лет уверенно будет выглядеть, я вот так считаю. Ну, не знаю, может, синдром какой-то есть. А какой синдром? ДСП. Ну, я с ним училась в детском садике. Как зовут? Да, сука. Вот я не помню, но из одного пластилина лепили. А что лепили? Фигурки разные. Как? Говорили. Вот его еще воспитательница часто наказывала. Он устал, мне кажется. От чего? От жизни, в общем. Он как будто вот преисполнился и... Да, печать открыл. Можете ли вы сказать... Сколько лет человеку, который нарисовал вот этот рисунок? Мне кажется, ему 36. 54, думаю, ничего. Лет 5. 23. 7. Линии ровные, ну лет 10, да. 12. А что здесь нарисовано? Я думаю, автобус наш, вот, не знаю, который по Москве ходит. Я думаю, что он похож на какую-то газелечку. Грузовик, ну как? Грузовик, типа. Не придурок, там стримбус написано. Это стример, автобус. Машина. Стримбус? А, это новый автобус? Да, фургон да. Какой-то. Стримбус. Автомобиль, да. А вот касательно вот этого рисунка те же самые вопросы. Это схема, наверное, его внутри. Не знаю. Я думаю, что... Да, да, внутри. Ну да, это похоже на схему очень сильно. А сколько лет человек, который это рисовал? Ну, дед 20, пока 30, только думаю. Сумел побороться с мишариком, да симулятор кишкотряса, без понятия, а свою болезнь ну, пейнте, потом наверное, до дико ему никогда не ну, побороться. Уважаемый снорк, треба не доколить. Сука, ты закройте рот со своим снорком, ебаный, блядь! Я сказал, я терпеть не буду здесь! Ну, больше 30. А что нарисовано? Какой-то план, я думаю. План чего? План местности какой-то. А вы как считаете? Ну да, это уже более осознанный возраст, лет 25. А что нарисовано? Похоже на древо какое-то, семейное типа. Здесь сколько лет человек, который это рисовал? Ну может, не знаю, года два максимум. Года 4, мне кажется. Понятно. А что нарисовано? Треугольники, палочки, они там в Москве, указатели. Чё, блядь, они там ходят, блядь. Треугольники, шалам, палочки туда-сюда, всякие тоже так же. Фантазии, треугольники. Ну, я не знаю, эпилепсия, наверное. А говори, сколько лет человеку? Да. Наверное, 3. 2. Обезьяне фломастер руки дали, вот. Ну, предположительно, ну пусть будет... Баслорин запомнил его? Есть контакт. Лет 7-6. 10 лет. Ну, похоже на какие-то... Живопись какой-то. Знакомое лицо, реально очень знакомое. Будто где-то видела, реально говорю. Ну, он выглядит кайф, так, что... Шайтан, Этерка тебе пишет. Я тебе повторяю, у тебя дом, гнилая коробка, без отопления, без санузла. Ахаха. Чел, ты свет то хоть подключи себе и полы сделай, а то по песку ходите. Нормально, на 26 лет где-то примерно, ну, такой хороший. Это были черты его лица, что ли, вместо автобуса? Нет. Блин, ну я не знаю тогда. Так. Ну, у него такое, можно так сказать, хорошее воображение. Вот, и по нему скажешь то, что он хорошо мыслит. Валак. Тогда Валак. А Боба, который... Да, да. А Боба, да. Это мой любимый стример. Что он рисовал? Это гений мира. Это реально гений. Мне его жалко. Это гений. А вот на этой фотографии, как вам он? Ну, это мужчина, взрослый, ну, лет 25. Здесь гений вообще там сидит, слышишь, ты? Все, все, готов. Я прошу прощения, там просто насрах. Все. Так, да, я гений, я здесь, что? Гений, зуб, пожалуйста, да. Посуду напечатать. Извините, пожалуйста. Ну, явно какой-то перспективный, какой-то есть у него замысел, цель. 3D-печать за 500. Да, среднестатистический мужчина. А навыки рисования, как вы можете его оценить?
Ну, на четверочку из десяти. Я думаю, что это больше чертежи, чем рисунки, поэтому если ставится оценка за чертеж, то 10 из 10. Сухач, снорк, шлюха, продажная. Семейство снорков, короли, сухач. Вот это был мой модератор будущий, который был в этом тельняшке. Вот это мой братишка. Все, новый менеджер у меня. Значит, Вовка, иди сюда. Я новый менеджер.